Невозможно переоценить вред, который принес планете COVID-19 уже третий год. Весь мир борется с такого рода инфекцией. Последствия ощущает экономика, медицина, человеческая психика. И информация, которую озвучивают, не совсем оптимистичная. Люди, предупреждая всякого рода сомнения, в постановке диагноза делали тесты. Услуга платная. За эти деньги Брестский кожно-венерологический диспансер приобрел инновационный аппарат для красоты. Одной из популярных и ультрасовременных процедур по уходу за кожи лица считается процедура на аппарате Luminous, которая способствует не только улучшению состояния кожного покрова, но и решает множество дерматологических проблем. Данный аппарат позволяет нам расширить спектр оказываемых услуг и воздействовать на проблемы, на которые воздействовать определенными наружными препаратами, препаратами лекарственными для внутреннего применения, а также инъекционными методиками. Мы где не можем этого достигнуть, мы вполне используем аппарат, получаем хорошие результаты. Оборудование такого уровня в государственных медицинских учреждениях Брестской области раньше не было. За помощью пациенты обращались в столицу. Теперь проблемы с кожей можно сразу решить на месте под наблюдением врача. В своем функционале аппарат практически не ограничен, ведь включает различные программы. Расширенные сосуды, пигментация, стадия постакне, возвращение упругости кожи вплоть до фотоомоложения. Воздействие световым лучом на определенные структуры кожи. Таким образом, мы можем воздействовать на скопление пигмента, на расширенные кровеносные сосуды, на гемоглобин, на волосы. Процедура проводится в среднем около получаса, в зависимости от области, которую мы делаем. Области могут быть абсолютно различные, как лицо, так и область тела. Лицо в среднем занимает около получаса, какие-то процедуры по телу, ну, получаса до часа. Для работы с новым оборудованием персонал прошел обучение, потому пациентам переживать незачем, ведь лечение в руках опытных врачей-дерматологов. Если я иду к специалисту, то я ему заранее верю. Немножко волнение в плане того, что я никогда такой процедуры не делала, а так болезненности абсолютно никакой нет. Просто, ну, как бы, наверное, даже находясь в очках, вспышку видеть просто невозможно, но, наверное, она ощущается кожей, вот это вот свет аппарата. А так болезненности нету никакой, наоборот, личико за счет геля, оно как бы немножко обезболено, заморожено, и ты не чувствуешь ничего, наоборот, какую-то легкость такое. После процедуры вообще так как-то, вот кажется, что кожа просто дышит. Из года в год Брестский областной кожно-венерологический диспансер улучшает свою материально-техническую базу. Если в прошлом году за бюджетные средства значительно усилили лабораторию, то в 2022 за счет внебюджетных расширили лечебный потенциал.